Блин, неужели серьезно бомжатский аккаунт? Да сколько, как? Блин, да как? В этом месяце у меня уже куча бойцов. Ну кто, как ты думаешь, а? Ставь на паузу, пиши, кто это будет, бро. Написал? Готов? Давай. Всем привет, ребят. Вы на канале Funny Games TV. Я по-прежнему болею, но решил все-таки записать новую серию по проекту Бравл Бомж, Путь Бомжа. Вот, и сегодня, смотрите, я хотел бы что? Повыполнять квесты, как обычно, потом пооткрываем награды на пути к Бравл Пассу, или, да, ну, короче, на пути к Бравл Пассу. Вот, у меня уже тут скопилось несколько ящичков. Может быть, нам что-то повезет, что-то выпадет. Смотрите, значит, по квестам что? У меня есть на Вольта квест дня, где нужно победить 3 раза, а также есть... вот, выиграй бой 10 раз в режиме осада. Давайте попробуем завершить все эти квесты. Вот, по-прежнему что-то мне еще пока фигово. Вот, температуру, слава богу, нету, но состояние нестояние капитальное. Вот, поэтому я пока буду, видимо, редко выпускать видосики. Ох, молодец, отлично. Так, забирай. Блин, надо идти на ту сторону. Там у нас Роза и... Да зачем ты, Сашка, сюда идешь? Давай я здесь буду, а ты там будешь. Там у нас Нани и, в принципе, нормально все справляются. Так, осадный... Серьезно? 1-го левела? Блин, это... Что-то у нас, по-моему, какие-то боты играют. Непонятно что. Сколько у меня там кубков было? Я уже забыл, ребят. Серьезно, я не помню. Надо мне набивать, короче, уровни. Буду набивать, наверное. Не буду стрелять по этой фигне. Хотя можно и стрелять. Я же буду по-любому кого-нибудь задевать. Ой, бежим, 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 Фрэнк. Ну ладно, я успел. Я успел. О, как раз у меня здесь болтик. Отлично, я его и заберу. Так, ну давай, Кольтецкий, иди сюда. Иди сюда. Ой, хорош. Так, есть. 3 растакался, и у меня уже 3-й левел. Так, блин, там их много. Ну, они что-то отстоят, и им пофигу. Ладно, я буду так стакаться дальше. Нет, 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 только не ты. Иди сюда, бочка, давай, давай. Двигайся. Так, хорош, до свидания. Так, 7-го левела у нас идет робот. Отлично, ждем, когда он дойдет. Так, стакаться дальше смысла нету. Поэтому я буду стрелять по этой фигне осадной. Или как она, осадная пушка, наверное, да? Да, до свидания, все. Ну, изи бой, просто изи. Я не знаю, сколько у меня букв. А, ну мало кубков, понятное дело. Убивай, красавчик. Красавчик Робзи. Робзи, красавец. Я не хочу умирать, у меня уже третий. У меня третий. Ух, хорош. Спасибо, Пайпер, Пайпер помогла. 6-й. 7-го левела уже. 7-го левела. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Е-бой, е-бой. Так, все, ладно, пошли. Ай, зачем я? Блин, не на ту кнопку нажал, тупо. Тупо не на ту кнопку. Эль Примо, умри. А, все. Блин, что-то я пропустил даже. Сколько там было у нас хпшки у осадной пушки, непонятно. Ну, есть же, я выполнил за Вольта этот квестик. Так, давай посмотрим, что там еще у меня с квестами есть. У меня есть, кстати... Выиграй больше с бойцом. Роза тоже неплохо. А горячая зона? Ух, и горячая зона есть. Слушай, сколько я много квестов тут насобирал. Ладно, пойдем. Нет, не в горячую зону все-таки, а в осаду. Надо ее добить. И будем теперь Роза играть. Роза, в принципе, будет тащить, я думаю, в этом режиме. Вот. Я не помню, сколько у меня там кубков. Ну, не так много, по-моему. На Розе я особо не играл. На 500 кубков ее точно не пушу. Вот, ух ты, и как раз против Джеки тут будет норм. А что мы все приперлись-то на центр, Ребзи? Зачем на центр-то все приперлись? Я что-то не понимаю. А, иди сюда, Бо, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Не-не-не, до свидания, ребятки. Ой, тихо-тихо-тихо, нет-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 нет. Ой, молодец, Джеки, молодец, правильно ты пришла на нашу территорию. Ой-ой-ой, Бо-бо-бо, отстань, у меня хпшки просто нету. Тупо нету хпшки. Так, ну я не знаю, есть ли смысл идти. Хотя можно просто пойти и кого-нибудь там... Да зафигарить! Нет-нет-нет-нет-нет! Нет, я валю, я валю. Это бесполезно, Ребзи. Оу, ну нормально на ней, нормально. Давайте, Ребзики. Валим, 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 валим. Так, давай, все, минус.
Минус, блин, уйдите на другую сторону. Вы что все на одной стороне? Бо, иди туда. Надо мины активировать. Давай, где мина? А он что, убрал их? А, нет, вот они. Ой, хорошо. Ладно, я пойду, наверное, на ту сторону. Там надо собирать нам. Ох, а нет, вот есть. А, бо, здорово. Добивай его. Не добил. О, пятый левел на нас прет, серьезно. Ой, хорошо, его это застакало. Давай. Эй, активируйся, во. Сейчас я его задержал немного. Так, сколько у нас? Уйди от меня, куда ты? Ох, нифига, Джеки меня убила, серьезно. Все, теперь умерла тоже. Так, пошли, я пойду направо, потому что... Ой, жесть, вот это тупость. Так, я пойду налево, вернее, вот. А там, на ней, там, вот, вот, собираем потихоньку. Блин, они забрали две, серьезно. Да что за фигня? Уйди ты, Барлик. Так, что, 7-4, нормально пока. Нормально, босса должен забрать. Я, Барли, помогу тебе. Во, забирай. Забирай, все. 66-53, мы должны. У нас 20 секунд еще есть. Мы должны затащить. Должны. Все, поехали, просто валим. Все, валим, просто валим. Сколько? 42. Ну все, это ГГ, мы выиграли. Ебой, я даже не пойду никуда. Все, это ГГшка. Да вообще отлично. Все, до свидания. 8-го левела. Ну это ГГ, можно даже не идти, ребятки. Потому что это просто ГГ. Умри, Кольтецкий. Все, 1% и мы выиграем. Ух, изи катка, вот это было изи. Отлично, наконец-то я выиграл бой. 10 раз в режиме осада и получаю 50 своих жетончиков. Можем выйти из этого режима. Ух, хорош. Так, что у меня там? Сколько у меня там? У меня уже 3300 кубков на бомжатском аккаунте, отлично. И у меня есть еще выиграй бой 10 раз в режиме горячая зона. Поехали туда тогда, выигрывать там. Фух, ребзя, осталась последняя катка за розу, и я выполню этот квест. Так, на этот раз, наверное, пойду направо. О, а 4 опять ко мне попался, хотя я не нажимал. Ну, он вроде отказался играть со мной, но... Воу. Пеня. Привет, Пеня. До свидания. Ага, здравствуй. Там Рико еще в кустах. Пытается попасть, но как-то ему у него... Ох, а вот это будет опасно. Вот это опасно, бро. Ой-ой-ой, это ГГ. Нет. Ах, почти убил. Ну, на 60%, ребят. 64% мы захватили. Это хорошо. Ну, ладно, я буду против Спраута, наверное, здесь бороться, потому что... Ой-ой-ой. Так, отлично. Биби захватила горячую зону, а нам остается здесь воевать. Ух, сейчас Биби придет, и у нас 97%. Я думаю, что даже если мы просто будем умирать, мы спокойно справимся. А, Биби вообще всех раскидала, и она захватывает на изи. Ебой, отлично. Последняя каточка за розу. Ух, я забираю этот квестик, да? Где он? Да, 250 еще... Жетончиков у меня в кармане. Все, выхожу и, наверное, на сегодня это все. Да? Сколько у меня получается? 8 предметов. Ладно, пошли посмотрим, что у нас в магазине. Гейл продается, серьезно? Хроматический боец решили продать. Офигеть, прикинь. Вот это жесть. 350. Не, ну, у меня, конечно... Есть возможность тебя купить, но я не буду, потому что это бомжатский аккаунт, и здесь нельзя донатить, ребят. Здесь нельзя донатить. Так, ну ладно, окей. Забрали подарок, пошли посмотрим, что у меня здесь. Заберем, так, очки силы, куда вкачаем? А, я же вольта прокачиваю, да, давай вольта прокачаю. Ух, 300 голды. Офигенно, 3300, потому что я уже завоевал. Ну что ж, пошли открывать тогда... вот эти предметики, которые у нас на пути к славе. Так, давай заберем голду сначала. Неплохо, еще 200 монеток. Ух ты ж, так. 10 гемов, хорош. И еще вольта скачаем. Вкачаем. 100 очков силы. Ну и поехали с обычного ящика. Так, 2 предмета. Ну, понятно, я не рассчитываю на то, что мне что-то выпадет. Потому что слишком уж много на этом аккаунте уже выпадало в последнее время... всяких бойцов, поэтому вряд ли, знаешь.
Такого везения не может быть. Так, ну что ж, мегаящик, 5 предметов. Угу, понятно. Ну, прокачка на все, хорош. Отлично, ладно, забираем. И еще один мегаящик, 6 предметов. Ё-моё, да ну! И кто это будет? Неужели кто-то выпадет, бро? Блин, неужели, серьезно, бомжатский аккаунт? Да сколько, как? Блин, да как? В этом месяце у меня уже куча бойцов. Ну кто, как ты думаешь, а? Ставь на паузу, пиши, кто это будет, бро? Написал? Готов? Давай. Нет, лайк еще поставь. Лайк обязательно поставь, чтобы легендарочка какая-нибудь выпала. Давай. Готов? Поехали. Карл. Ха-ха-ха. Сверхредкий боец. 4-й из 5. Карл. Офигенно. Блин, да ну нафиг. Ну как это? Бомжатский аккаунт, бро. Ну все, ладно. Я на этом заканчиваю. Ух, ставь лайки, поддержи меня, каждый твой лайк поможет мне выздороветь, быстрее избавиться от этой болезни. Все, ребятки, всем удачи, всем пока.